Мукбанг дыня. Астраханская дыня. Не просто дыня, астраханская дыня. Арбуз мы уже съели. Вкусный был, сладкий. Дынка. Мы были в Астраханской области. Ездили на озеро Паскунчак. И там по дороге купили астраханские дыню и арбуз. Вкусная, я уже попробовала. Прям сладкая, да? Хорошие, не прогадали. Цена не помню почем. $35, по-моему. Вообще не помню. Он начал там называть другие сорта. Думаю, да нам обычную. Арбуз 20, по-моему, дыня 35. Угу. Я помню, он какую-то назвал дыню 50 рублей. Арбуз без семян на 50, по-моему, был. У меня и дыня была какая-то. Вот это вкусная. И брали мы, экспериментировали, помнишь, и какую-то такую этими дольками, как у тыквы брали. Не особо была вкусная. Вот эти обычные. Самые вкусные. Очень. Прямо с поля, можно сказать. У нас тоже продают астраханские в Волгограде. Но тут же ж по дороге. Романтика. Астраханская область. Обалденная. Мед. Всем приятного аппетита.